Роштехника. Вот она, 3УЗ. Короче, мы едем за очередным автомобилем. Выезжаем из Тюмени сейчас в Черную речку. Навигатор показывает нам ехать примерно вот 51 минута, 47 километров. Поэтому сейчас я покажу вам, что за машина. Рено у нас выезжает. Не-не-не, мы уже приехали, сейчас машину заберем. А, ну понял. На ремонт человеку, и все. У этого? У кого? У этих или у дед? А вот тот гараж. У деда? Ну, я не знаю, вот. А, ну у дед там. А там кто-то же приехал, все равно машину. Да? Ну, я не знаю, у нас, наше дело мало, нам надо машину забрать. Я вижу, я говорю, может, что видишь? Да, да, все, спасибо вот, большое, Саня. Кто-то стрелял в ходе. Петарды молодежь взрывают. Ну, тоже не думал, это что-то стрелять. Ладно, давайте. Спасибо большое. Вас тоже, с наступающим. Думаю, машина, что-то кузова нету, блин. Хороший, хороший. Подлокотник. Пробег 86 944. Даже магнитола хорошая стоит, пример относительно хорошая. Проблемные, но в изумительном состоянии. Подозреваю, что она даже никогда не билась. И какие хорошие свесы у него, а? Даже не задевает, в отличие от какой-нибудь типа Optima, Camry и так далее. Что там? А, ничего себе, я этот момент пропустил. Дедушка-то у нас, оказывается, был гонщиком. Так, короче, у нас финальная стадия погрузки машины. Сейчас мы ее зацепляем, закрепляем на платформе и выезжаем в Тюмень. Как деревенька у нас тут. Вот тут, кстати, холоднее, чем в городе. Прям гораздо это жестче все ощущается. Стояла долго, год стояла машина. Просто год, и мы ее удачно купили и везем к нам на разбор гидрач. Сейчас посмотрим, блядь. Вот эти дырок нарезать больше.
Ну да, бывает, не хватает. Когда катался на нем, вообще жестко не хватало. Жестко не хватает. Прям уебищно. Сразу видно, что дебилы делали. Это не понятно. Челябинск, привет, нахуй. Сука, для этих нахуй. Не продумывай, нахуя. Почему именно, блядь, тебе? Бля, охота и впереди их как бы иногда цеплять. И сзади. Почему сзади зимой, бля? Потому что, сука, она начинает по платформе рыскать, уебище. Ой, опять, блядь, такое слово сказал. Сдают, блядь, оборудование люди, которые этим никогда не пользовались. Нихуя не понимают, что где. Зачем, чё, для чего? Сын, вот этот брус уродский. Чё, полетели? Андрюха, как тебе тачка? Ивик, хорошая тачка. А, Реношка, чё, 86, по-моему, пробега, 16-й год. В состоянии кузова хорошее. Короче, как для меня, да, плана. Вот если бы купил бы я себе такую машину, нет, блядь. Мне она не нравится. А, допустим, плана для авторазбора, как запчасти, да, очень хорошая. Она вся в родной краске. У нее 86 пробега. Салон девственный, кроме потолка. Потому что они какие-то мешки возили, весь потолок отторчили. Она максимально комплектная, комплектация не сильно богатая. Блять, но она вся комплектная, вся целая. То есть ее никто не крутил, не ковырял, ничего. Ну то, что надо. Для это... разбора это вообще прям очень хорошая. Вообще идеальнейший вариант для разбора. То есть, блин, она, как все детали любят, все заводской краски. Блять, они ровные, все в хорошей геометрии, ничего. Не без коррозии. Это не машина после такси. Ну и не тот дастер, который купил Алексей недавно. Леша, привет. Вот, сейчас вот я вам покажу. Вот так вот делать не надо. Вот этот гражданин, ну, просто едет наравне с КамАЗом, и ему все равно. О, смотри-ка, начал опережать его. Спасибо тебе, добрый человек. Ну, прям вот метров 400, он точно 500 шел. Так вот нельзя делать, так очень плохо. Тем временем мы заехали в Тюмень. Едем на базу. Все. Рено на базе. Серега, улыбнись. Ебаный в рот, вот это.